Привет, Live TV! Прогноз на сегодняшний матч. РПЛ второй тур. Сегодня будут сыграны три матча между командами разными. Прогноз будет на матч между командами Динамо Москва, Мордовия, Саранск. Да? Окей. Итак, прогноз на сегодняшний матч будет таков. Итак, Динамо Москва, the very good team, yeah? And the head-to-head stats, да, лишние встречи и между командами в пользу Динамо Москва. Команда проигрывала Мордовию в каждом матче, да, за последний тот период времени, да. Первым поединок Динамо проиграл Зениту на выезде 1-2. Но в том матче Динамо сыграл, скажем так, сыграли довольно неплохо, да? Вот даже можем, вот сегодня у нас рубрика такая. Так, я не понял, почему? Ну ладно, посмотрим. Вот так, рубрика такая у нас будет что? Что? Рубрика такова. Вот, смотрите, Динамо в атаке. Динамо вперед, хоп, Кокорин и 1-0. Первый гол забивает Динамо. Очень хорошая атака, да, скажем, нападение. И счет 1-0 в пользу Динамо. Мистер Кокорин забил гол. 1-0. Это первый гол, да. Вот такой гол был, да, в том матче. Но потом Зенит сравнял счет и вышел вперед. Выиграл 2-1 в том матче, да. Вот так вот, да. Динамо в том матче играл в меньшинстве, да, весь второй тайм, да. И, но по игре Динамо неплохо сыграли, да. А вот Мордовия, да, Мордовия дома играли против Локомотива Москва, против Локомотива Москвы, да. Динамо играл против Локомотива Москвы. Ой, Мордовия играл против Локомотива Москвы. Минимально проиграли 0-1, да. Мордовия, но Локомотив тоже сильный сейчас, да, и поэтому Локомотив в том матче был фаворит, и не неспроста, потому что сейчас они сильные, да, они 1-1 на Суперкубок с Зенитом сыграли, да, тогда в том матче и по пенальти проиграли, да, поэтому тут как бы так, да, теперь же Мордовия играет против Динамо Москвы на выезде, да, вот так. Ну и прогноз на данный матч таков, P1, победа Динамо Москвы. Да, коэффициент примерно 1.40 в среднем, да. Динамо играет на своем поле. Динамо личные встречи в их пользу, да. Динамо также, в составе Динамо опытные игроки, да. Игорь Денисов, Юрий Жирков, да, например, вот так вот, да, к примеру, да. Матьё Валбуэна, да, из Франции, да, сильный игрок, такой опытный игрок, да, техничный, там, да, передачи хорошие, все такое, да. И вот сегодня Динамо выйдет на своем поле, первый матч на своем стадиум, да, скажем так, и против гостей из Саранска, Мордовия в прошлом сезоне неплохо играли, да, как бы, да. Но, возможно, сегодня в этом матче Динамо все-таки сможет выиграть, да, за счет того, что вот вышеупомянутого всего, вышесказанного, да. Вот так вот. Итак, это прогноз на today, на сегодняшний матч. Сегодня без этого матча еще будут матчи, да, в тур чемпионате, да, второй тур. И вот так. Но вот прогноз на данный матч, да. Вот так вот.